Приветствую вас на канале Китай поможет. Сейчас необычная распаковка для канала. Смотрим, что внутри. Внутри должны быть 5 печатных плат. Запаковано отлично. Заказал я их на Алиэкспресс. Продавцу отправил данные для изготовления. 5 печатных плат. Размер был 40 мм. 17,7-17,8. Вот моя маркировка. Ленинс 55-08-08-2023. DF версия 0.1. Это низ, а это верх. Двухсторонняя печатная плата. Вот отверстие для крепления. Толщина 1,5 стеклотекстолита. Вроде 1,6 должен быть. Пинчики, например, подходят. Да, подходит. 2,54 шаг. Даже маркировка видна. Немножко мелковато, надо было крупнее делать. Переходные отверстия звонятся. Здесь переход должен быть. Звонятся. Ну, в принципе, качество хорошее, как на заводе. Из-за всем известных событий GPCB, к сожалению, теперь не доставляет печатные платы в Россию, поэтому пришлось заказать напрямую у продавца на Алиэкспресс. Изготовил где-то и доставил в течение 2 недель. Качество исполнения хорошее, можно заказывать, то есть все пропечатанное, маркировка и дорожки. Ссылку для заказа печатной платы на продавца оставлю в описании к видео. А что это такое, собственно говоря? Это демо-версия умного домофона, который я хочу сделать и который будет добавляться в Акара. В Акара Home приложение. В первом приближении на макетке вот так потестировал. Здесь используется модуль от Zigbee Relay Акара, контроллер и двухканальная опто MOSFET реле твердотельная. Шнура вот этого было 2 провода, заменил его на 4 провода. Здесь внутри трубки домофонной порезал одну дорожку, вот это геркон. Здесь стоит. То есть, когда трубку кладем на базу, геркон замыкается. А трубку снимаю, геркон размыкается, и когда жмем на кнопку, открывается домофон. Вот здесь последовательно геркону припаял. Один провод геркона припаял, один общий, а другой провод кнопки. И вот эта плата, один канал нормально замкнут. По умолчанию здесь геркон как будто замкнут, и трубка якобы имитирует то, что трубка лежит. Второй канал нормально разомкнут. Здесь оптрон стоит, и это подключается к сети. Домофонной линии подключается, это датчик открытия Акара. Здесь подпаяны 2 контакта. Когда кто-то звонит в домофон, здесь появляется напряжение, оптрончик открывается и сымитируется открытие либо закрытие двери. А в автоматизации уже в приложении Акара Home по вот этому датчику открытия заводится другая автоматизация. Сработал датчик открытия, можно настроить автоматизацию, чтобы вот это реле включилось, тоже оно добавлено в Акара Home, и один канал цепь разорвал, то есть сымитировали то, что трубку сняли, второй канал цепь замкнул кратковременно, сымитировали то, что кнопку нажали для открытия, то есть домофон тогда откроется. Также может Алиса, например, с помощью Алисы открыть домофон. То есть, либо вы услышите звонок, то есть он также будет мелодию играть. Сказать Алисе, открой домофон. Но я уже потестировал вот эту макетку, вроде работает. Решил покомпактнее собрать то же самое, только вот на этой плате. Вот это вот реле твердотельное здесь будет стоять. Zigbee модуль на термоклей приклею, а внизу еще контроллер вот. Останется только подключить питание и в какой-то корпус нормально это собрать. Питать можно в теории от 3 вольт. От аккумуляторов, либо же подвести блок питания на 3,3 вольта. Как-то вот это вот все объединить. Надеюсь, получится. Следите за каналом. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании, а также на YouTube-канал. Спасибо за просмотр. Пока.